Настоящую природную катастрофу в минувшие выходные пережил американский город Хаттисберг, штат Миссисипи. На населенный пункт обрушился чудовищный по своей мощи торнадо. Саму воронку запечатлел один из местных мобильных репортеров. Как видно, она была огромной, и можно только позавидовать смелости парня, не побоявшегося остаться на улице с включенной камерой. Он, кстати, не прогадал. Видео растиражировали по соцсетям, и везде оно набирает множество лайков и просмотров. Куда больше роликов, иллюстрирующих последствия удара стихии. Смерч не щадил ничего на своем пути. Срывал кровлю с домов, ломал деревья, раскидывал по округе мусор и даже переворачивал автомобили. В общем, теперь владельцам поврежденного имущества остается лишь уповать на страховку, ведь некоторые из жилых строений не просто потрепаны ураганом, а буквально стерты с лица земли. Под завалами до сих пор могут оставаться люди, есть и погибшие, и множество раненых. Что до выживших и оставшихся без крыши над головой, то им, вероятно, предоставят временное убежище. Ну а власти уже ввели в Хаттисберге режим чрезвычайного положения. Торнадо дело, скорее всего, не ограничится. В ближайшие дни в Миссисипи ожидаются проливные дожди и, как следствие, наводнения. Причем, по прогнозам метеорологов, они могут стать сильнейшими за последние годы.